Друзья, всем привет! Снова я. Сегодня первая часть обзора сборочного цеха. Вот, сегодня покажу я вам тетюшский трактор. В течение 2-3 дней на текущий ремонт мы его решили загнать. Перед тем, как загнать трактора от Марата, вот, на место оренбургского трактора. Поэтому, друзья, видео досмотрите до конца, будет очень интересно. И давайте начнем смотреть, поехали. Друзья, вот он, кировец К744 из Тетюшского района, который вот сейчас на место него, где он стоял, стоит трактор из Оренбурга, из Оренбургской области. Вот, этот у нас на текущий ремонт заехал. Второй вот список тут подготовили. Так, видно будет, не будет видно. Сейчас сфокусируюсь. Ну, в общем, друзья, сейчас вам прочитаю, что вот они отправили, какие работы провести. Получается, первое, замена водяного радиатора, сердцевина, в сборе полностью. Ремонт регулировки ТНВД, топливный насос. Ремонт коробки передач, то есть нет режимов у них вторых и третьих, отключается задний мост. Дальше ремонт бортовых, кроме передней правой. Дальше ремонт и регулировка тормозной системы. Дальше ремонт ручного газа, ремонт электрооборудования полностью, пару установить. Дальше ремонт навески, замена распределителя. Дальше ремонт рулевой системы, туго поворачивается. Ремонт шарнира поворота, то есть получается труба шарнирная. Замена авторезины в трех колесах, кроме задней левой. Задняя левая у них новая. Очистка топливного бака, ремонт, регулировка обеих мостов, клапан навесной течет, насос гидросистемы заменить, педаль газа заедает, все фильтра заменить. Дальше топливные, масляные, воздушные. Вот, гидравлики тоже заменить. Масло в движке было залито 10W40. Ладно, хоть написали это. Полусинтетический, Газпром. Заменить. При разборке выявлена поломка. Все устранить, заменить или ремонтировать. Вот такое вот нам письмо написали. Поэтому, думаю, за 2-3 дня мы справимся с ним. Как раз за это время трактор из Мариэл от Алексея тоже соберется. И уже приступим к сборке тоже тракторов из Мариэл К701 от Марата. По ним тоже видеообзор есть, как они приехали, привезли. Вот, многие смотрели это видео, видели. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. Движок трогать не нужно. Так что, друзья, текущий ремонт мы тоже делаем, друзья. Можете тоже трактора привозить. Но если, конечно, рядом, то что если далеко, это будет невыгодно вам на текущий ремонт привозить. Есть только на капиталку. Друзья, напомню, мы работаем по всей России. Транспортировка тракторов. Самый дешевый вариант — это фуры. То есть снимаем колеса, баки, и он спокойно у нас влазит в фуру. Это я про К700 и К701. Сейчас пока снимаем навеску, потом будем дефектовать, потом будем ремонтировать. Я вот не помню, гидроцилиндры они написали, не написали. Гидроцилиндры, конечно, у них убиты, все текут. Хотя вот эти гидроцилиндры, они тоже текут. Да, я же обзор снимал по нему, показывал. Ну, по гидравлике, да, тоже надо все сделать. Потому что они написали, при разборке все выявленные дефекты устранить.
Дальше, друзья, в следующем выпуске будет обзор трактора из Мариэл. И дальше, друзья, трактор из Одинского района от Айрата. Ладно, друзья, подписываемся на канал, кто не подписан. Ставим лайки, пишем в комментариях. Всем пока и до новых встреч. Ждите новые выпуски.